Может быть, в следующем году? Хотя вряд ли. С такими диагнозами. День прожил, и то, слава богу. А это ты спасибо скажи мамочке своей и ее сожителю. Это он тебя стафилококком заразил. Как? Виноградом немытым тебя накормил. Специально. Чтобы ты умер. У него, у гада, план коварный есть. Переехать в Москву и все у нас отобрать. Квартиры наши, машину дедушкину, гараж. Все наше имущество. А для этого ему надо, чтобы мы все умерли. А когда я умру, какое ему имущество достанется? Никакого. Какое у тебя имущество, кроме карты медицинской? Почему тогда он хочет, чтобы я умер? Да потому что, когда ты умрешь, сразу же умру я. Потом дедушка. А он тут же въедет в нашу квартиру и начнет распродавать наши вещи. Ты у него как кость в горле. А мама? Мама под его дудку пляшет. В сговоре она с ним. Никому мы с тобой не нужны, Сашенька, одни мы. На всем белом свете нас окружают предатели.